64 представителя малого и среднего бизнеса заключили с начала года 129 экспортных контрактов почти на 66 миллионов долларов. Об этом сообщили в Министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности. Партнерами башкирских предприятий стали контрагенты из 28 стран, в том числе Казахстана, Киргизии, США, Германии, Швейцарии. Центр поддержки экспорта прогнозирует рост объема контрактов до 120 миллионов долларов к концу декабря. На сегодняшний день в Башкортостане принят ряд мер поддержки для экспортеров. Им помогают с логистикой вплоть до софинансирования доставки, что называется, до границы, или же проводят юридическую экспертизу соглашений. За 9 месяцев в Центр поддержки экспорта обратились более 700 предприятий МСП. По итогам года мы прогнозируем, что объем поддержанного экспорта через нашу организацию будет более 120 миллионов долларов США. Прирост ожидаем 30-40% относительно прошлого года. Все равно рынок мировой перестраивается, и здесь наши башкирские компании ищут возможности и находят для того, чтобы занять все ниши. Внешнеторговый оборот Башкортостана в первом полугодии увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 2,5 миллиардов долларов. При этом экспорт увеличился на четверть. В частности, поставки пушнины и кожевенных изделий в 4,7 раза, продуктов и сельхозпродукции на 59%, химической продукции и каучука на 80%, текстиль и обуви на 48%.